давным-давно, издали незакатной, в мир послан был архангел Гавриил. Возрадуйся, сказал он благодатной, и ей благую весть провозвестил. Архангел помнил, как однажды Ева ослушалась небесного Отца и ждал, а что же скажет Преснодева в ответ на повеление Творца. Святая тайна и сегодня непостижима нашему уму. Ответом было все раба Господня, да будет мне по слову Твоему.